Снова здравствуйте всем, коллеги. Пятый день форума «Горизонты-2020», первого в 16-летней истории форума, проводимого в формате онлайн, продолжает удивлять и впечатлять. Как я говорил ранее, несмотря на то, что в обычном формате проведения форума к пятому дню мы находимся, так сказать, на закате конференции, но в нынешнем году все еще даже не конец первой половины. Так что вперед и присоединяйтесь к общению, мы начинаем и в ближайшее время поговорим на тему «Климат и возобновляемые источники энергии России и мир». Нас сегодня смотрят от Новосибирска до Санкт-Петербурга порядка 1200, а может быть даже и более слушателей слушают и смотрят через наши моби-приложения. И встречаем гостя. Государственный деятель, экономист, один из авторов исполнителей экономических реформ в России 90-х годов. С 2008 года руководитель компании «Роснано», которая занимается реализацией госполитики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в высокотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом, кандидат экономических наук, награжденный орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени, член Совета директоров трубно-металлургической компании Анатолий Борисович Чубайс. Анатолий Борисович, здравствуйте, вам слово. Добрый день, Константин. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые участники. Слышно меня? Нормально все? Видно? Да, слышно, видно, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Спасибо за приглашение и за возможность выступить сегодня перед вами. Я так понимаю, что у нас большая аудитория. Я, правда, не понимаю, насколько большая, но мне говорят, что тут такое чуть ли не 1000 человек. Правильно? Нет? Я понимаю. Да, все правильно. Более 1200 человек сейчас единовременно внимательно. Сильно. Сильно. Экраном. Сильно. Это дело серьезное. Я подумал, что для такого разговора я бы хотел рассказать вам про то, что мне самому кажется важным и интересным. Поскольку нам тут дали свободу в выборе тематики, то я решил выбрать то, что я сам считаю крайне значимым и интересным. То, чем у нас в «Роснано» мы занимаемся активно и серьезно, но так по стечению обстоятельств этой темой наша команда занималась не только в «Роснано», но и когда мы работали в энергетике страны. Тема называется «Россия и климат». «Россия и климат». В общем, сама по себе постановка темы, особенно в последнее время, становится такой все более видимой и очевидной. Они говорят довольно много. Вот я тут вспомнил опросы, результаты опроса общественного мнения, которые показывают, что 52% опрошенных уже в нашей стране считают, что эта тематика становится серьезной. Но в то же время у меня твердое ощущение, что, знаете, я бы так сказал, что значимость, масштаб, острота этой темы неадекватна масштабу и значимости и остроте ее восприятия. Еще 3-4 года назад наверняка эти цифры были гораздо ниже, и вообще люди как-то так отмахивались со словами о том, что там климат, потепление, какое потепление, ну будем зимой ходить без пальто, подумаешь, делов-то. Значит, это отношение было типичным, и в какой-то степени оно остается до сих пор. Отношение к этой тематике как второстепенно, у нас проблем своих выше головы, чем мы будем заниматься какой-то ерундой абстрактной, ну будет чуть теплее, значит будет чуть теплее. Вот это отношение, мне кажется, пока еще доминирующее в нашей стране, и именно поэтому я, будучи категорически с этим не согласен, хотел вам описать понимание этой картины на сегодня. Хочу сразу же сказать, что я не являюсь представителем ни правительства, ни министерств, ни ведомств. Я не являюсь представителем бизнеса в этом смысле, скорее наоборот. На всех голосованиях бюро РСПП, как правило, голосование там 23 за, один против. Один, который вот баба-яга против, это как раз я. В этом смысле я представляю только свою точку зрения, никакие другие, естественно, никто не обязан со мной соглашаться. Вы сами формируете свою позицию. В некотором смысле в этом и состоит смысл нашего разговора. Но если говорить про климат и Россию, все-таки нужно начать с какой-то более широкой постановки. А что в целом происходит с воздействием человека на природу? Вот здесь на этом слайде мы собрали такие самые простые аргументы. Аргументы о том, что вообще говоря, человек освоил огонь. Точнее говоря, даже не человек, это не Homo sapiens, а наши предшественники, гоминиды, освоили огонь миллион лет назад.
200 тысяч лет назад, собственно, возник Homo sapiens, 10 тысяч лет назад неолитическая революция, важнейшее преобразование в истории человечества, когда человек оседлым способом стал обрабатывать землю, и 200-250 лет назад первая промышленная революция. И в этом смысле график показывает, что, собственно, наши классические углеводороды, которыми, на которые основана вся современная цивилизация, они возникли совсем не так давно. Уголь возник всего каких-то там 250 лет назад, нефть возникла вообще 100-150 лет назад, а газ возник практически, я это помню, в середине 20 века, точнее даже чуть позже, в массовом порядке. Это все совсем новые вещи. Если вот так широко посмотреть на весь, на всю историю наших взаимодействий, наших, в смысле человечества, взаимодействия с природой, то вся эта история – это сотни тысяч лет. Сотни тысяч лет. А воздействие активное на природу, в том числе связанное с углеводородами, оно сконцентрировано всего лишь на последних 300 годах. Ну, даже не будучи специалистом, понятно, что эти 300 лет как-то сильно меняют картинку. Вот она была там. 1000, 2000, 10 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч лет. А за 300 лет она изменилась очень радикально. Если бы я на графике привел бы здесь динамику объема промышленного производства или других базовых параметров, они бы выглядели так. И в чем все сходятся специалисты в один голос, в том, что вот этот вот очень крутой подъем продолжать вряд ли можно дальше в таком же виде. Игорь, обратите внимание, что после 2000 года темпы роста по углеводородам существенно сократились. Это не случайно, мы будем об этом говорить. Но мы говорим с вами не вообще о промышленности, не вообще о промышленной революции, а говорим прежде всего об углеводородах. Почему? Почему мы говорим прежде всего об углеводородах? Ну, вообще говоря, на этот вопрос есть очень простой ответ. С ними связан парниковый эффект, который многим известен. Ну, просто напомню суть, напомню химию. Углеводороды, как мы с вами понимаем, CH, углерод и водород. Их использование в качестве топлива есть сгорание. Сгорание – это соединение с кислородом, с О2. CH плюс О2 – это и есть образование CO2, того самого лучевого парникового газа, который и создает сам парниковый эффект. Смысл парникового эффекта наверняка многим присутствующим хорошо известен, просто его напомню. Земля нагревается солнцем, тепло отражается от поверхности Земли, но дальше оно попадает, сталкивается с, собственно говоря, с СО2, растворенным в атмосфере, который его отражает обратно. Чем больше СО2 в атмосфере, тем больше обратно отражается тепла, и в результате Земля становится все теплее и теплее. Особенно важно, что при этом возникает несколько очень противных мультипликативных эффектов. Например, там, скажем, ну вот известно, что мировой океан выделяет метан в довольно большом количестве. Увеличение температуры Земли и поверхности океана еще в большей степени увеличивает выбросы метана. Примерно то же самое происходит с вечной мерзлотой, с болотами, по крайней мере, когда увеличение температуры увеличивает выбросы парниковых газов от болот. А поверхность баллона совершенно гигантская. В этом смысле сам факт повышения температуры на десятые доли градуса, средней температуры на Земле, вызывает сложнейшие эффекты самоусиления, которые еще в большей степени ускоряют сами темпы роста температуры. Именно поэтому, собственно, все и забили тревогу. Именно поэтому базовая идея самого по себе углеродного баланса сегодня является предметом вот такого интенсивного рассмотрения. Вот здесь на очень простой картинке показано, что в этот самый углеродный баланс, то есть в выделение СО2 и в поглощение СО2, естественно, вносит важнейшую роль сама природа. Это все начиная от океанов, которые я упомянул, кончая пожарами, вулканами. Но это как бы стационарные процессы. Они как были, так и есть. Да, вулканы непрогнозируемы, в какой-то год вулканическая активность выше, в какой-то год она ниже, но в целом у нее нет заданного тренда. Ни один из этих природных процессов сам по себе не имеет тренда, они все, грубо говоря, горизонтальны. А вот техногенное, антропогенное воздействие, о котором мы уже начали говорить, это единственный фактор, который не является постоянным.
единственный фактор, который наоборот растет, и растет, по сути дела, в геометрической прогрессии. И внутри этого антропогенного воздействия, конечно, самая острая, самая важная, самая масштабная вещь – это то самое сжигание углеводородов, о котором мы уже упомянули. Наверное, вы видите, что вот последние буквально 2-3 года вся эта тематика из каких-то дискуссий ученых или экспертов, или аналитиков, она просто выплеснулась в повседневную жизнь, выплеснулась на улицу, как это ни странно, выплеснулась в острейшие политические баталии, и ничего подобного не было еще 10-15 лет назад. Бурная всемирная забастовка за климат, в которой участвовали 160 стран. 160 стран. В 160 странах люди вышли на улицу 20 сентября прошлого года в виде всемирной забастовки за климат. Сверхпопулярная Грета Тунберг, как к ней не относись, в значительной степени создавшая это движение, является просто мировой суперзвездой. С ней встречаются президенты, премьеры. Она выступает в Организации Объединенных Наций. Кто-то, значит, хихикает и называет это безумием, кто-то, наоборот, в восторге, но нельзя сам факт отрицать. Евросоюз, принявший не так давно Green Deal, зеленую сделку, это мощнейшее решение в истории Евросоюза с ценой в сотни миллиардов евро, очень значимое, очень крупное. Представить себе его еще 5-10 лет назад было бы невозможно. Да выборы американские. Там основные страсти не столько про подсчет голосов, а именно про экологическую тематику. Суть позиции Байдена отличается от сути позиции товарища Трампа более чем радикально. Просто совсем радикально, если не сказать противоположные стороны. Иными словами, эта повестка сейчас стала уже в мире, ну просто такой совсем горячей, раскаленной в прямом и переносном смысле слова. Как мир на это реагирует в общемировом плане? Ключевой документ здесь, который нужно понимать, это Парижское соглашение. Парижское соглашение, устанавливающее предел для максимального повышения средней температуры на планете на уровне 2 градуса по сравнению с доиндустриальной эрой. Однако очень быстро выяснилось, что страны, даже и подписавшие его, принимают обязательства на себя, которые хуже, чем само Парижское соглашение. Если изначально ученые говорили, что 2 градуса – это предел, который может выдержать человечество, то с учетом реального процесса установления национальных целей они скатились уже к реальным 3 градусам. А это катастрофические последствия самого драматического свойства. Кстати, по некоторым оценкам, даже при 2 градусах количество возникает масштабное явление под названием климатические беженцы. Климатические беженцы в Европу оцениваются в цифры больше, чем 100 миллионов человек. 100 миллионов человек. Именно поэтому в рамках Парижского соглашения были ужесточены требования к целевым показателям с тем, чтобы не превысить даже не 2 градуса, а 1,5. Теперь же 1,5 градуса считается пределом. И именно поэтому сейчас вы, наверное, видите как-то в новостях, последовательный процесс пересмотра целей странами, они становятся все более и более жесткими, и появляется термин углеродной нейтральности. Ряд стран провозглашает себе своей задачей углеродную нейтральность, то есть это ситуация, когда весь объем выделяемых в техногенных процессах парникового газа поглощается. То есть экономика страны или страна вообще не оказывает никакого техногенного воздействия на баланс СО2. Этот процесс и эти цели, конечно, отражаются на прогнозах по углеводородам, с которых мы начинали. Собственно говоря, именно поэтому сегодня энергетики говорят о термине под названием глобальный энергопереход. Глобальный энергопереход, который уже начинается, который произойдет в следующие 20-30 лет, суть его очень проста. Это последовательный отказ от углеводородов в энергетике. Для меня, как и для бывшего энергетика, это звучало бы совсем парадоксом, но тем не менее мы видим реальные тренды, мы видим прогнозы. Что они показывают? 20-е годы, вот уже, собственно, наступившие, это мировой пик потребления угля. Дальше он, по всей вероятности, пойдет вниз, а не вверх. 30-е годы – это мировой пик потребления нефти. И 40-е годы – это мировой пик потребления газа.
И если, повторю еще раз, эти оценки еще там 5-7 лет назад были спорными оценками аналитиков, одни говорили так, другие говорят по-другому, то, в общем, сегодня это становится уже почти таким общим местом. Я на днях там, на одной из конференций, на одной из давосских конференций говорил с президентом одной из топ-3 в мире крупнейших нефтяных компаний, коварно задав ему вопрос, а что ты думаешь, что у нас вот произойдет с нефтью? Будет пик или не будет? Да, конечно, сказал он. Я говорю, хорошо, а когда? В моем понимании, в понимании нашей компании, это конец 20-х годов. Это нефтяник говорит. Не какой-то климатический активист, эколог. Иными словами, смело сегодня можно исходить из того, что глобальный энергопереход и декарбонизация в мире – это просто детерминированный тренд. Так будет. Нам это может нравиться или не нравиться, но я бы отнес эти процессы к высокореализующимся прогнозам, а не к зыбким рассуждениям. Как на этом фоне выглядим мы? Что на этом фоне происходит в России? И как мы вписываемся или не вписываемся в этот процесс? У нас в этом смысле есть хорошие новости, есть плохие новости. Ну, самое главное, наверное, новость хорошая – это то, что Россия в лице президента Владимира Владимировича Путина приняла участие в Парижском соглашении. Оно подписано и вступило в силу. Это принципиально важно. До этого были достаточно большие сомнения. В России были и остаются, как мы сейчас будем говорить, скептики, оппоненты, консерваторы, да и архаики, которые категорически были против этого. Очень важно, что мы не просто вступили в Парижское соглашение, а мы последовательно осуществляем ряд шагов по его реализации. Важнейший документ принят в декабре прошлого года – это национальный план мероприятий. По его исполнению это не формальный, а такой, с моей точки зрения, реальный рабочий документ, в котором, кстати говоря, признана сверхактуальность этой проблемы для России, и в котором сказано, что темпы роста, повышения температуры в России в 2,5 раза выше, чем темпы роста повышения температуры в мире. Очень важно, что помимо слов, помимо лозунгов, помимо признаний, есть еще один настоящий процесс в экономике, о котором я чуть позже скажу еще пару слов. Это, собственно, возобновляемая энергетика. Это все я бы отнес к области хороших новостей. В то же время есть и плохие новости. В России не просто температура растет быстрее, чем в мире, а Россия более уязвима, чем большинство стран мира, к повышению температуры. Казалось бы, почему? Ну, холодно зимой, будет теплее. Пустыни у нас в России нету. Не очень понятно, почему, но тем не менее это факт. Дело в том, что у России две трети территории – это вечная мерзлота. Вы, наверное, бывали в северных городах, не знаю, там Якутск возьмите. Якутск весь построен специальным методом строительства на сваях, которые вмораживаются в вечную мерзлоту. Метод был разработан, по-моему, в 60-е годы, если я правильно помню, при советской власти. Там даже госпремия была за этот метод. И это все выглядело эффектно и блестяще, как технологическое решение, только дальше вечная мерзлота начинает размораживаться. Это города целые. Это целые города. Туда же вся инфраструктура, начиная от газопроводов, кончая автомобильными дорогами. Недавняя трагедия в Норильске. Нет там точки пока, я имею в виду утечка дистоплива на ТЭЦ города, значит, даже не утечка, а фактически разрушение самого дизель-хранилища. Я убежден в том, что причина, конечно, связана с подтаиванием вечной мерзлоты, и в этом смысле это не частный случай, это скорее наоборот, начало очень драматического для нас процесса, на который мы не можем не реагировать. Что такое инфраструктура? Вы прекрасно понимаете, что такое трубопровод, вы как профессионалы в этой сфере прекрасно понимаете. Эта тема более чем серьезная, более чем ударная. Какие задачи мы перед собой ставим? Очень скромные. Очень скромные. Вот здесь на таблице собрана официально провозглашенная цифра по объему сокращения выбросов в 30-м году по отношению к 90-му году.
Россия 30, Евросоюз 40-60, при том, что сейчас практически весь Евросоюз пересматривает еще раз цели на более жесткие. Германия 55, Швейцария 50, только Канада 11. Но надо понимать, что за этими 30% у нас стоит так называемый горячий воздух, когда в 90-е в стране произошло существенное снижение объема выбросов. В результате у нас по факту сейчас, вот здесь эти данные приведены, наши фактические выбросы в 2018 году составляют 7, запутались мы в цифрах, иными словами, от факта сегодняшнего до плана 30% снижения в 2030 году мы можем позволить себе не снижение, а рост. Рост объема выбросов на 34%. Это, конечно, беспрецедентная ситуация. И ситуация, в которой, естественно, сейчас нас будут серьезно критиковать наши партнеры по Парижскому соглашению. Но очень важно в то же время, что мы не просто говорим, как-то играем в цифры, а мы пошли вперед в создание реальной индустрии. Эта индустрия называется возобновляемая энергетика. Ее не существовало в России всего несколько лет назад. За последние 4-5 лет в результате сложнейшей работы, которая началась еще в 2007 году, в России построена возобновляемая энергетика. Есть генерация, и солнечная генерация, и ветрогенерация с высокими темпами роста. Есть промышленность, производящая оборудование и для солнца, и для ветра. Есть наука, которая апгрейдит технологии, совершенствует их и развивает, особенно по солнцу, на очень хорошем уровне. Есть образование, созданы кафедры в вузах, растет спрос на специалистов. В 2024 году, по нашей оценке, не менее 20 тысяч человек будет работать в этой индустрии. В индустрии, которая совсем недавно вообще не существовала. Ее просто не было. А сегодня это уже факт. Кстати говоря, именно сейчас, вот в эти дни, в правительстве идет очень сложная дискуссия по стратегии возобновляемой энергетики на 2025-2035 год. Надеемся, что она закончится позитивным решением, тогда все станет на свои места. В то же время, если посмотреть пошире, я уже немножко это упоминал, в России есть два взгляда на всю эту тематику вместе взятую, которые условно можно разделить на взгляд консерваторов и взгляд Акаратигала. Они расходятся по всем вопросам. Ну, например, вот вопрос, почему Европа агрессивно проводит зеленую политику? Взгляд консерваторов. Это все против нас. Они хотят лишить нас своего рынка сбыта. Они хотят подорвать наши геополитические позиции. Это все против России. Взгляд Акаратигала. Россия европейская страна. И мы должны ставить перед собой цели в этой сфере, такие же, как и Европа, не хуже, чем они. Другой вопрос. Зеленые технологии – это гигантский новый сектор. Гигантский новый сектор. Сложнейший. Нужен ли он вообще нам? В принципе. Консерватора? Нет, не нужен. У нас есть фундаментальное стратегическое преимущество. Наша российская низкоуглеродная энергетика. У нас в энергобалансе, как известно, 20% гидрогенерации, 20% атомной генерации и еще за 40% газа. У нас очень низкоуглеродная энергетика. Не надо нам бежать вперед, у нас и так все хорошо, давайте использовать наше преимущество. А Экорадикалы? Нет, нам точно нужно, как у них, нам точно нужно резко рваться вперед и не отставать от них по базовым порядкам, параметрам. Но то же самое про возобновляемую энергетику. Консерватор говорит, это нам не нужно, газа у нас полно, нефти у нас полно, угля у нас полно, нужно спокойно с этим жить. Вообще мы холодная страна и нечего тут копировать слепо зарубежный опыт. Эко-радикалы, естественно, занимают прямо противоположную позицию. Вопрос по Чернышевскому. Что делать? С моей точки зрения, в эти два крайних взгляда надо добавить одну вещь, которая называется здравый смысл. И попытаться с этих позиций по каждому из вопросов находить ответы. Ну вот в этом примере это будет выглядеть примерно вот так. Вот тот же самый вопрос. Почему Европа проводит агрессивную зеленую политику? В чем дело? Ответ. А в стратегии Евросоюза есть оба фактора. Конечно же, там есть фактор под названием «давайте-ка мы избавим, по крайней мере, сократим влияние
России на нас. Давайте мы постараемся быть максимально энергонезависимыми от России. Зависимость колоссальная, очень большая, давайте ее уменьшим. А что будет с Россией, нам все равно. Конечно, есть такой фактор, это чистая правда. Но есть и другой фактор. Совершенно очевидно, что европейские политики реально при этом стремятся защитить будущее поколение, исходя из требований электората. Мы говорили в начале разговора про Fridays for Future, про забастовку экологическую. Это серьезное дело. Это уже не вопрос, нравится вам или не нравится. Их за горло берут избиратели. Сегодня это в Германии, в Италии, в Австрии, в Венгрии острейшие электоральные политические вопросы. Они могут на них не реагировать. И сбрасывать это со счетов глупо и несерьезно. Второй вопрос тот же самый, про необходимость или отсутствие необходимости создания целого нового гигантского технологического кластера. Да, у нас есть преимущества, это правда. Только их нужно сочетать с глобальными технологическими трендами. Если мы встанем в позицию консерваторов, скажем, нам ничего этого не надо, нам еще надолго хватит. Но вообще говоря, надолго хватит, это правда. Только когда оно все-таки кончится, то выяснится, что наш технологический уклад на порядок отстал от мира. Мало того, кончится, как известно, не тогда, когда кончится. Слышал наверняка классическое выражение. Каменный век закончился не потому, что закончились камни. То же самое произойдет с углеводородами. Да, еще у вас есть месторождение, разведанное, неразведанное. Ну и молодцы, пожалуйста. Только инвестировать никто туда не будет. Оказаться в ситуации глобального технологического тупика для страны, исходя из позиции консерваторов, было бы, конечно, гигантской стратегической ошибкой. То же самое касается возобновляемой энергетикой. Да, страна действительно, Россия холодная, это правильно. Только она холодная, но не темная. Это совсем разные вещи. А если уж говорить профессионально, даже про солнечную энергетику, как это ни парадоксально, в солнечной энергетике чем ниже температура, тем выше КПД. И как это ни парадоксально, по уровню инсоляции у нас Сибирь выше, чем Европа. Челябинск выше, чем Берлин. В Якутии, особенно в Южно-Якутском энергетическом узле, колоссальный потенциал инсоляции. Колоссальный. Ветру, мы просто страна номер один на земном шаре. Игнорировать это, ну, было бы просто какой-то бесконечной глупостью. Мне кажется, что если подходить к ответу на эти вопросы вот с таких позиций, с позиции здравого смысла, а не с позиции ненависти к Западу или, наоборот, полного низкопоклонства, по-моему, можно найти ответы на все названные вопросы. В любом случае, мне бы очень хотелось, дорогие друзья, коллеги, чтобы вы услышали главное. Я убежден в том, что климатический вызов и для мира, и для России вот в наступившем веке – это просто вызов номер один. Это просто вызов номер один. Он будет не ослаблять, а усиливаться. И проявляется он вовсе не в том, что можно будет ходить без пальто зимой, а в том, что масштабы климатических катаклизмов в нашей стране будут возрастать. Их масштабы воздействия на жизнь человека, на производство, на бизнес, на инфраструктуру будут только усиливаться. Вообще вся эта тематика сплетает вместе экономику, экологию, технологию, геополитику. И в ней, кроме проблем, есть проблемы, вызовов, есть возможности. Технологические возможности, гигантские, мы о них сейчас уже говорили. Все это вместе, безусловно, про завтра, про завтрашний день. У меня, кстати, ощущение твердое, что для вашего поколения эта тематика более значима, чем для старшего поколения. И это очень важный тренд. Но в любом случае, конечно, в этой теме нужна ваша позиция. Формируйте, пожалуйста, ее, разбирайтесь в этой теме, соглашайтесь, не соглашайтесь, возражайте, не игнорируйте. И это главный призыв моего выступления, с которым я хотел к вам обратиться. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое вам, Анатолий Борисович. Ну, у нас, мы готовились к сегодняшней встрече с вами, у нас есть некоторое количество вопросов, которые мы собрали со всех подразделений, со всех направлений деятельности и трубно-металлургической компании, и группы Синара. Вы же не против, если мы их вам зададим, а вы и получим от вас ответы? Пожалуйста, пожалуйста, да, конечно. Скажите, пожалуйста, какие направления применения нанотехнологий в машиностроении вы считаете наиболее перспективными?
Ну, вы знаете, долгое время казалось, что машиностроение – это просто одна из главных сфер применения нанотехнологий. Но сейчас я уж так не думаю. Есть сферы гораздо более значимые. Тем не менее, здесь много чего происходит. В машиностроении тоже. Но прежде всего, это, конечно, покрытие и модификация поверхности. Нанотехнологии дали целый спектр прорывов по покрытиям, которые раньше добиться было невозможно. Это и прочностные, и жиростойкие, и термостойкие. Но что еще более важно, это не только покрытие, не в строгом смысле, не в чистом виде машиностроения, это скорее уже в материал. Например, наш с вами проект совместный проект Роснана и ТМК, ТМК Инокс. Это высокопрочная, жаропрочная труба. И основы для достижения конечного их конечных физических и термических свойств является формирование наноструктурированного зерна в результате специальных методов термообработки. Или то, что вот не так давно на Северском Трубном ввели то, что старым языком называлось термичка, а сейчас вот сильнейший комплекс, который в итоге вывел ваши трубы в премиум-класс, в котором, как известно, ТМК является одним из лидеров не только в России, но и в мире. Но в классическом смысле это же не машиностроение, да, это мы как-то уже вглубь влезаем в материал сам. Но вот вокруг этой сферы очень много еще чего можно сделать, в том числе в наших с вами совместных проектах. Спасибо. Ну вот и по графикам было видно, которые вы в презентации нам демонстрировали, и в принципе, да, весь мир говорит о закате века углеродов, что все это будет, ну и газ, и нефть будут скоро не нужны потребителям. Вот вы показали пиковые значения, а когда этот, ну, выражаясь языком того же самого выражения, популярного сейчас про каменный век, когда каменный век углеводородов закончится? Ну, тут скорее важно, это же не какое-то событие, когда, знаете, так щелкнул, так с завтрашнего утра, все, привет, закрыли. Так не будет. Скорее важно, как это произойдет для России, с учетом того, что мы же прекрасно понимаем, что у нас в стране, что такое ТЭК. ТЭК у нас 20% экономики, 40% бюджета и 60% экспорта. И наша зависимость от него, ну, просто такая титаническая совсем. Как это нас зацепит. Но вот если вы посмотрите, есть такой официальный документ энергостратегии России до 35 года, в котором даны цифры по углю, по нефти и по газу. Я считаю, там, кстати говоря, там по нефти там есть пик. Сейчас по памяти не скажу, какой год, но где-то тоже в 20-е годы есть пик в объеме производства и потребления российской экспорта, включая российской нефти, включая экспорт. По газу там тоже есть пик, куда тоже ближе к 35-му году. Цифры по углю, по моему глубокому убеждению, там ошибочные. Там заложен существенный рост объема потребления угля, прежде всего за счет экспорта. Да, мы понимаем, что есть серьезная на Востоке рынки в Азии, да, мы понимаем, что в России там есть серьезные проекты, в том числе терминалы угольные, строящиеся, это все прекрасно, это все завтра не закроется, не надо считать, что завтра исчезнет. Но нельзя рассчитывать на то, что к 35-му году там будет такой темп роста. Ну, я, конечно, не самый тонкий эксперт, это требует все-таки более профессионального разговора, но у меня общая оценка, что для нас, для нашей страны, если вы меня спросите в целом, вот когда закончится, значит, как это в известной ковбойской поговорке, если лошадь сдохла, то с нее лучше слезть. Да, вот сдохла она или еще не сдохла. Значит, она, конечно, еще не сдохла, но мне кажется, что у нас есть внутренняя инерция. Нам кажется, что да нет, она так еще будет долго, ну как же так, вон 100 лет было, а сейчас куда-то исчезнет. Мне кажется, что у нас в целом избыточно оптимистические оценки по углеводородам преобладают над здравыми оценками. Мне кажется, что здесь придется делать поворот. Понимаете, для них, там, не знаю, там, для европейцев, конец эры углеводородов означает конец зависимости от России. А для нас конец эры углеводородов означает просто потерю колоссальной части экономики.
В этом смысле мы-то должны реагировать острее, сильнее, значит, мы не можем себе позволить потерять 20% ВВП. Это катастрофа национальная. В этом смысле нам с опережением в каких-то вещах нужно двигаться. Не для того, чтобы догнать их там по доле ВИА, а для того, чтобы сохранить наш промышленный потенциал и создать этот новый технологический кластер. Поэтому нам, отвечая на ваш вопрос, нужно действовать жестче, напористее, агрессивнее, активнее, с моей точки зрения. Спасибо. Ну вот, продолжая тему завершения одного перехода к другому, выработка электроэнергии за счет полезных ископаемых неизбежно приводит к ухудшению экологической ситуации. Каковы, на ваш взгляд, перспективы выхода на экологически безопасные методы выработки электроэнергии, учитывая, что традиционная энергетика, ну, все же дешевле? Ну, здесь есть две части в ответ на ваш вопрос. Во-первых, в традиционной энергетике есть еще несколько серьезных технологических решений, которые позволяют сделать ее существенно менее экологически вредной. По углю, я считаю, что таких решений реально нету. Там есть циркулирующий кипящий слой, но это все такая экзотическая история. Массовые технологии по углю, которые бы выдерживали экономические требования и при этом существенно снижала выбросы, в мире не существует. Именно поэтому, к сожалению, угольная энергетика находится в зоне самых больших рисков. По газовой энергетике есть один колоссальный прорыв, очень большой, который вот разворачивается в наших глазах. Это парогазовый цикл. Это рост КПД с 36% до 50-55%. Это взрывной рост и соответствующее снижение объема экологического воздействия. Поэтому там еще есть чего сделать. Собственно говоря, у нас разворачивается сейчас гигантская программа модернизации 25-35 год российской энергетики в газе. Ее основа – это, конечно, парогазовый цикл. И это очень важно. Но помимо традиционной энергетики, ну, конечно же, нужно начинать создавать ту, которая вообще никаким образом никак не создает CO2. Ну вот в этом смысле повезло атомной энергетике, она как была, так и есть, у нас в этом смысле сильнейшие позиции. А дальше возобновляемое, ничего другого здесь не придумаешь. Это прорывная вещь, я ужасно рад тому, что она состоялась в нашей стране. Могу вам сказать, что у нас были очень жесткие противники, это все было совсем непросто. Тем не менее, мы с 2014-2015 года, когда ввели первую солнечную станцию в Урюбае, Башкирии, а потом ввели первую ветростанцию в Ульяновске, Ульяновский регион лидер в стране, первооткрыватель этой тематики. Сегодня, ну, они просто как горячие пирожки, одна за другой. И промышленность возникла наша, заводы построили, конечно, возобновляемая энергетика, это настоящее будущее нашей энергетики стратегически. Хотя не надо перепрыгивать. Хотя не надо думать, а давайте мы вот завтра закроем, значит, московскую ТЭС-25, ТЭС-27 и поставим ветряк в Москве. Нет, так не произойдет. Энергетика вообще очень инерционная индустрия, поэтому тренд понятен, прыгать не надо. Спасибо. Так вот, раз уж о тренде. Как и когда, в каком объеме трубно-металлургическая компания сможет использовать вот эти самые возобновляемые источники энергии, как солнечные панели, так и ветряные? И почему ранее не использовали? Ну, смотрите, начнем с того, что пока еще у нас цена, наставочная цена для киловатт-часа вырабатываемого возобновляемой энергетики выше, чем в тепловой энергетике. Она пока дороже, как и во всем мире. Но есть два тренда. Один тренд – цена в традиционной энергетике последовательно растет, цена в возобновляемой энергетике последовательно падает. Причем это уже не абстрактный разговор, я просто могу конкретно из цифры сказать, мы же в этом бизнесе его начинали первыми. Мы на первых тендерах выигрывали тендер на строительство ветростанции с ценой 120 миллионов рублей за 1000 киловатт, а потом за 120 съехали из-за конкуренции на 60. Практически вдвое. Это вот фактически уже состоявшиеся торги. Вот сейчас в декабре будут следующие торги, и там уже ясно будет конкуренция еще более жесткая, поэтому тренд на снижение детерминирован. Это первое. Этот крест сойдется. Это называется сетевой паритет. Точка, когда киловатт-час возобновляемый будет равен по цене киловатт-часу обычной. В России он произойдет позже, чем в мире. В мире во многих странах уже происходит. В России позже, потому что у нас есть естественное преимущество с нашими углеводородами, но он произойдет неизбежно. Но это один процесс. А теперь другой процесс.
который уже извне к нам пришел и прямо связан с ответом на ваш вопрос про ТНК. Мир пошел, как я уже говорил, по жесткому пути. Одна из компонентов этого жесткого пути – это принятое решение Евросоюзом о введении трансграничного углеродного налога. В чем суть? Евросоюз говорит, дорогие друзья, весь импорт Евросоюз будет оцениваться по углеродному следу каждого продукта. Если этот углеродный след, то есть при выработке этого продукта был использован больше СО2, выброшен СО2, больше СО2, чем по наилучшим доступным технологиям, значит, вам придется заплатить налог. Это новый вид налогообложения. Он уже сейчас в завершающей стадии обсуждения. Оценки масштаба воздействия на Россию от 3 до 5 миллиардов евро в год. Это более чем серьезная цифра. А ТНК, как известно, важнейший экспортер, в том числе в Европу. И это дело серьезное. И вот здесь мы подходим к ответу на ваш вопрос. Одно из решений – это возобновляемая энергетика. Сейчас специалисты начнут спорить и возражать, что далеко не во всех местах расположения заводов ТНК существуют природные предпосылки для возобновляемой энергетики, что не совсем так, я не соглашусь. Есть такие предпосылки и в Синаре, есть такие предпосылки и по Волге, есть такие предпосылки и по другим вашим заводам, на Урале, естественно. Но вопрос А – балансирование между солнцем и ветром, и вопрос Б – охранение. Вот это вещь фундаментальная. Возобновляемая энергетика предъявляет более высокие уровни к промышленному хранению электроэнергии. А вот в эту сторону я бы сейчас уже двигался вполне всерьез, и для ТНК мне кажется, что такое направление может быть вполне востребовано. Спасибо. Еще одна не менее насущная тема, актуальная. Как исследования России в нанотехнологиях помогают нашей стране справляться с коронакризисом? Ну, нанотехнологии – это такая совсем междуотраслевая вещь. Мы и фармацевтики, и здесь. Я не могу сказать, что у нас есть какой-то уж совсем мегапрорыв, но, тем не менее, есть и важные результаты. Ну, вот те самые аденовирусные белки, на основе которых Вектор делал свою вакцину, это, в общем, разработка, в которой на каком-то этапе мы участвовали, где вот академик Гизбут нам рассказывает, он у нас член научно-технического совета, это в этой сфере. Или другой результат очень важный, вот недавно как раз я такие подкасты веду, и про него в последнем подкасте рассказывал. Одна из наших проектных компаний, Гемакор, академик, чем господин Атал Алаханов. Там логика такая. Известно, что для тяжелых больных коронакризисом одна из наиболее массовых причин собственной гибели человека – это массовое тромбообразование. Массовое тромбообразование, вот легкие, в которых это происходит, все же на КТ и так далее это изучают. Значит, врачи уже прекрасно поняли, и поняв это, они предотвращают это явление через гепариновую терапию, так называемую, то есть специальное лечение, которое, ну, грубо говоря, приводит к сжижению крови, снижению ее склонности к свертыванию. И это уже освоенная вещь, вот во второй волне это активно используется, но беда в том, что у каждого человека индивидуальные особенности по свертыванию. На кого-то это слишком мало, на кого-то много, на кого-то хорошо. И чего не хватает в этой истории, и это оборудование, позволяющего индивидуально измерять склонность к свертыванию, гемостаз так называемый, у каждого человека в онлайн-оперативном режиме. Ровно это сделано. Компания Гемакор, Ченкор Аталаханов разработали как раз такое оборудование. Мы сейчас, между прочим, коллективом нашим из своих средств финансировали клиническое исследование. Оно подтвердило работоспособность этого оборудования. Мы очень надеемся, что мы попадем в методические рекомендации Минздрава. И это, ну, просто спасение жизни людей. Спасибо. Какие проекты Роснано являются, на ваш взгляд, наиболее амбициозными? Можно ли вкратце о них рассказать? Ну, мы для себя делаем проекты на нишевые, отраслевые и платформенные. Вот возобновляемая энергетика, про которую я с гордостью рассказывал, это отраслевой проект. А вот самый прорывной проект, где вот единороги рождаются, это, конечно, платформенные проекты. Те, которые меняют десятки отраслей на всем земном шаре. Есть ли у нас такие проекты? Да, есть.
Да, есть. К таким проектам относится наш проект «Аксиал» новосибирский. Речь идет о промышленной технологии производства одностенных углеродных нанотрубок. Это универсальный наноаддитив, который можно добавлять практически во все виды пластиков, начиная от термопласта, кончая резиной, радикально изменяя их свойства. Стратегически, кстати говоря, как все знают профессионалы, может речь идти и о добавлении в металл, при котором алюминий получает прочностные свойства титана, а слабые электропроводные материалы становятся выше меди по электропроводности. Прорыв совершенно фантастический, не менее масштабное проявление в литий-ионной тематике, в батареях, которые, видимо, скоро будут использовать эту технологию в массовом масштабе. И это такая платформенная история. Ну, не случайно, соответственно, компания, которая начиналась со стартапа, в позапрошлом году прошла барьер рыночной стоимости в миллиард долларов, а в конце прошлого года – 1,5 миллиарда. И это наша перспектива, масштабы роста у нее колоссальные. Это полностью российский проект, созданный в России. Член-корреспондент политический Михаил Горович, его автор, недавно получил госпремию за него. С гордостью. Вы стояли у истоков зарождающейся после распада СССР новой экономики России. На ваш взгляд, что получилось реализовать из намеченных тогда планов по ее становлению, а что еще надо бы сделать? Ну, дайте мне еще часовую лекцию, я вам с удовольствием про это расскажу. Если вы хотите, чтобы я вам ответил в 2 минуты, можно и в 2. Что получилось? Получилось построить рыночную экономику. Вы знаете, мы же из 2020 года, глядя назад, смотрим и сопоставляем с тем, что хотелось бы, а нужно оценивать из 90-го, глядя вперед. Если так на это смотреть, то надо сказать, что, в общем, почти все серьезные эксперты и специалисты в начале 90-х считали, что эта задача в России неразрешима. Что вы хотите? Свободное ценообразование, частная собственность? Да откуда? 80 лет вообще слова этого не было. У нас до 1990 года в Уголовном кодексе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики частно-предпринимательская деятельность была уголовным преступлением. По-моему, от 3 до 5 лет, если я правильно помню сроки. Именно поэтому тот факт, что это сделано, это, конечно, важнейший результат для страны. Теперь другое дело. Цена, заплаченная за это, оказалась колоссальной. Мы все понимали, что она будет тяжелой. Она оказалась еще более тяжелой. Тяжелой она оказалась и в силу объективных причин, и в силу наших ошибок. Конечно же, многое можно было сделать лучше, тоньше, умнее. Но что сделано, то сделано. И этот результат уже, слава тебе, Господи, необратим. Я убежден, что необратима частная собственность в России, необратима рыночные принципы. А если вы спрашиваете меня не об ошибках, а вы спрашиваете меня о том, а что сейчас? Ну что сейчас? Мы 10 лет живем в экономике с темпом роста 1%, а мир живет с экономикой с темпом роста 3%. Это означает, что каждый год наш отрыв от мира становится больше, больше, больше и больше. Это ужасная ситуация. Это, конечно, то, что мы уже переламываем, не открывая Америки. Путин об этом говорил 20 раз. Наша главная задача – достижение темпов роста ниже мировых. Ну, конечно же, для этого нужно совершенно другой акцент на частной собственности, на ее защите. Конечно же, для этого нужен совершенно другой уровень действий по развитию рыночных механизмов в экономике. Без этого, в моем понимании, мы не выйдем из этого крайне болезненного 1% тренда, в котором живет страна. Спасибо. Вы нередко бываете на российских заводах, и сегодня, собственно говоря, рассказывали и о заводах группы «Синара», и о трубно-металлургической компании. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями, как, вот, когда бывали у нас на наших заводах. Что скажете? Вы знаете, мне у вас очень нравится. И не потому, что я перед вами выступаю, а потому, что это правда так.
Начнем с того, что я всегда с громадным уважением относился к Дмитрию Пумпянскому. Поверьте, это я не для каких-то, значит, дипломатических целей, а на самом деле для меня это человек, который не просто лидер и собственник, частный собственник, реальный хозяин, но человек, который обладает фантастически глубоким уровнем технологического мышления и профессиональной квалификации. Это у вас какая-то удача невероятная в компании. И, конечно, это задает требования ко всей команде. И поэтому, куда ни придешь, хоть к вам, значит, на Синару, да, вот я был у вас на заводе, где производятся ласточки, ну просто классно, просто колоссальнейшее производство, масштабы гигантские. Но при этом видно, как каждое технологическое решение продумано, сколько в нем вложено смысла. Значит, когда бываешь у вас на трубопрокатке, где бы это ни было, мы были, кстати, на разных заводах, даже в Румынию ездили на ваш завод, но видно, что технологический уровень высочайший, безопасность высочайшая, и дальше движение вперед. Вот вчера был садитар, куда въезжает компания. Компания въезжает в цифрового двойника, в серьезное вложение в то, чтобы, ну, по сути дела, на уровне интернета вещей создать онлайн-мониторинг технологического производственного процесса и отсюда выйти, ну, по сути дела, на безлюдное планирование, на другой и еще более высокий уровень технологии. Мы же понимаем, что вот этот непрерывный технологический процесс трубопрокатки – это сложнейшее требование ко всем допускам, ко всем параметрам и температурным, и параметрам механическим. И в этом смысле, ну, каждый следующий шаг – это уже почти искусство. Я, правда, его вижу на ваших заводах, и я просто снимаю шляпу перед тем, что вы делаете, ребят. Вы просто в этом смысле классные. Спасибо. Взаимно. Роснано как корпорация во многом определяет, участвует в создании мира будущего. И вас можно в каком-то смысле назвать футурологом. Вот как этот самый футуролог, как вам видится мир с учетом цифровизации, пандемии, климатических изменений и так далее, хотя бы в разрезе там 5-7 лет? Ну, знаете, я вообще на самом деле футуролог не очень хороший. Эта сфера как бы делится. Футурологи – это те, кто рассказывает про будущее, их рассказывают хорошо, а мы, скорее, пытаемся его сделать. Это немножко разные профессии. Но что я вот для себя понимаю, что то, что сейчас больше всего обсуждается, то, что сейчас в центре внимания – цифровизация, искусственный интеллект, big data, значит, виртуальная реальность и так далее, и так далее. Все это очень интересные вещи. Я к ним отношусь громадным уважением, и я сам вот гаджетоман. Значит, в этом живу во всем. Только есть одно но. Ну вот какое. Я действительно, вот то, о чем я вам рассказывал в лекции, вот все эти климатические вещи воспринимаю совсем всерьез. Совсем всерьез. Так случилось, что я ими начал заниматься еще в 70-е годы, со времен Римского клуба. Да? И эту тематику по-настоящему понимаю. Но долгое время она была такой маргинальной, для большинства она была такой какой-то абстрактной. А вот сегодня уже ситуация, когда она становится наоборот мейнстримом. Так вот, в этом смысле, почему? Ну, потому что эти ограничения и эти вызовы климатические, экологические, ну, они просто становятся очевидны для земного шара и для человечества. Я задаю себе вопрос. А iPhone поможет решить проблему глобального потепления? Нет. Нет. Ну, какие-то есть косвенные эффекты. Мы там вот меньше ездим, значит, вы сидите дома или на работе. Я сижу на работе, мы общаемся. Это, конечно, уменьшает объем перемещения и, соответственно, спроса на топливо. Но это все-таки не сердцевина. Сердцевина – это материалы энергии. В каком направлении нацелен весь климатический вызов? Это прежде всего энергоэффективность и материалоэффективность. Даже термин такого, слово такого. А я-то убежден в том, что технологический прогресс, он идет там и тогда, где и когда появляется непреодолимое препятствие. Ну вот вам непреодолимое препятствие – климат. И в этом смысле я как раз считаю, говоря про футурологию, что прорывы в реальном секторе, в том, чем вы занимаетесь и чем мы занимаемся, это не менее важная вещь, чем искусственный интеллект, virtual reality
и прочие всякие геймификации. Да? Значит, я считаю, что важнейшее будущее изменение – это новые материалы и новая энергия. Мир не может не ответить на этот вызов просто потому, что у него нет выбора. Поэтому мне в каком-то смысле даже интереснее вот то, что будет происходить в следующие 5 лет здесь, то, что будет происходить с материалами, начиная от композитных материалов, кончая нанодивами, то, что будет происходить с технологиями. Вот здесь я ждал бы наиболее значимых изменений. Спасибо большое. Личный вопрос. Расскажите, пожалуйста, о своих увлечениях, предпочтениях там, не знаю, в музыке, искусстве, поэзии, литературе. Ну, в музыке я не понимаю ровным счетом ничего. Точнее, в классической музыке. Как-то вот это... Хоть мама меня и учила играть на пианино, я даже могу сыграть на памяти Лизе, по крайней мере, первые 3 аккорда, но этим исчерпывается моя музыкальная культура. Она у меня в значительной степени, как у моих ровесников, всякая шастнула на роке. Она в значительной степени вбирает в себя еще и бардовскую компоненту, которую, так я знаю, где по-разному относятся. Но мне, например, ужасно нравится рэп. Вот я считаю, что ростовский рэп – это мощнейшее явление, совершенно офигительное по своей мощи. Мне очень оно нравится, и там содержание появляется, еще какое содержание появляется. Я вот его с удовольствием слушаю. Так что мои интересы в этой сфере, они больше они там. Если говорить о поэзии, ну, это мое такое слабое место, я давно к ней отношусь неравнодушно. Но, например, может быть, вы знаете, есть такая премия «Поэзия». Премия «Поэзия». Вот недавно был очередной отбор победителей. Она предельно демократическая. Там 100 экспертов, которые каждый сам выбирает, что ему нравится. Лучшее стихотворение, лучшая критическая работа, лучший перевод. Победил Юрий Гуголев. Совершенно поразительным стихотворением про Зондоновские бани. Ну, посмотрите, у меня в Фейсбуке, я его уже процитировал сегодня, не смог остановиться. Вот это все мне по-настоящему интересно. Я действительно считаю, что русский язык и русское слово – это невероятно по богатству и насыщенности явления. И те, кто с ним работает профессионально, по-настоящему, поэты, прежде всего, это для меня какие-то такие, знаете, небожители. А поэтому я к ним отношусь с громадным уважением. Спасибо большое. Вы когда о ростовском рэпе упомянули, предприятие «Тагмет» оживилось в этот самый момент. Спасибо большое вам за беседу, Анатолий Борисович. «Тагмет» наши коллеги, у нас же в Таганроге наш завод по производству башен, так что мы совсем рядом с ними, там по общей дороге находимся. И у всех у вас есть ростовский рэп. И готовы вместе под песни Васи Баста что-нибудь исполнять запросто. Да. Давайте попробуем подвести итоги нашей встречи. Я вот просто даю вам слово и на этом завершим. Ну, я хочу, может быть, еще раз повторить главное. Я искренне убежден, хотя я не представляю собой большинство, а скорее меньшинство, что климат и будущее наше – это вещи, ну, совсем связаны. И я главное, собственно, чего хотел добиться этим выступлением – просто призвать вас вот, увидеть эту тематику и отнестись к ней всерьез. Вы профессионалы, вы же не случайно отобраны, да? Вы, ну, элита производства ТМК, вы инженеры, конструкторы, технологи, рабочие высокой квалификации, да? То есть вы люди, которые, ну, вот как раз вот в материальной сфере, в реальной, именно ее, это все, через нее это все и должно решаться, и будет решаться через нее. Поэтому призываю вас эту тематику из какой-то дальней полки, из какой-то глухой части мозга переложить в ту часть мозга, к которой вы обращаетесь почаще, которая вас тревожит и мотивирует ваши действия. Спасибо большое. Мы обязательно по вашей рекомендации как минимум включим здравый смысл. Спасибо за беседу. Ну и до новых не менее интересных и приятных встреч. Спасибо. Спасибо большое, спасибо, ребят. Счастливо, до свидания. До свидания.